вот, друзья, настал долгожданный час, когда работа над подносом завершена и можно насладиться ее окончанием. Очень удачно, я думаю, получился у меня этот поднос, потому что мне самому нравится эта работа. Скажу вам честно, не всякая моя работа мне нравится. Когда видишь работы других мастеров, которые сделаны намного лучше, чем делаешь ты, где-то крадывается маленькое разочарование, но это разочарование сменяется более новым толчком достигать новых вершин в своем деле. И приходится преуспевать, преодолевая самого себя. Так как эта работа не маленькая, 77 сантиметров в длину и 50 в ширину, видео пришлось растянуть на 3 части. И когда будешь есть и насыщаться, благословляй Господа Бога твоего. Второзаконие 8:10. Спасибо всем тем, кто на протяжении всего времени был со мною. Успехов вам в труде. Всем хорошего настроения и до новых встреч.